Такой возможности у меня нету, но я задал свой вопрос президенту через интернет. Вопрос очень простой. Владимир Владимирович, я знаю, как вернуть в экономику России уведенные из банков и ПИФов сотни миллиардов долларов на хранение в наличности по домам наших людей. Причем вернуть не просто в экономику, а в центральную, в реализацию проектов малого и среднего бизнеса, значит, без инфляции. Вернуть мгновенно и с пользой для людей России. Не могли бы, я спрашиваю президента, вы оказать мне содействие, чтобы кто-то в правительстве заинтересовался и услышал это предложение? Потому что 3 года я не могу туда пробиться. Если это окажется честным предложением, надо его немедленно внедрить. Если же я дезинформирую общественность, я готов сесть в тюрьму и понести наказание за попытку дезинформации общества и президента. И к этому я могу приложить справку о своей вменяемости. Я пойду к психиатру и получу эту справку, если это необходимо, чтобы правительство обратило внимание, как вернуть в экономику 300 миллиардов долларов. Причем куда? На внедрение малого и среднего бизнеса. У меня есть технология, я ее разработал, я снял пилотную программу об этом в эфире. Я написал презентацию, я объясняю, как это сделать. А сделать это очень просто. Сделать людей не участниками МММ, а инвесторами в нашу экономику. Объяснить им, как можно стать инвестором, не крадя у них деньги. И как эти люди потом за эти доли, выкупленные в бизнесе, вперед, будут получать свои дивиденды и жить хорошо. И это удивительно, но у нас есть соответствующий закон. 335 ФЗ, инвестиционное товарищество. Он позволяет это делать. Подписан Медведевым еще в 2012 году. Не использован ни разу. Да? По этому закону вы можете внести деньги в любой проект, получить дивиденды, получить акции и жить на это так же, как живут миллионы, сотни миллионов людей в цивилизованных странах, которые являются инвесторами в собственную экономику. И самое красивое, я договорился со страховой компанией, которая каждому, кто переведет туда деньги, даст страховой полис на то, что вы перевели сумму, а мы застрахуем вас от нецелевого использования средств и воровства на полную вашу сумму. Мне это не дают сделать, а я готов это сделать на любом канале всероссийском телевидения и каждую неделю показывать новый проект и объяснять людям, что если вы вложите туда 10 тысяч, вы можете получить 10 миллионов неограниченно после внедрения этой, допустим, инновации. Я занимаюсь инновационными проектами. Понимаете? И вот я чем занимаюсь. И пробиться к господам Медведеву, к Дворковичу, там, Шувалову, ну, просто нереально. Поэтому я обратился к президенту. Помогите мне просто, чтобы меня выслушали. И тут же либо арестовали и посадили в тюрьму, я согласен. Либо тут же мне предложили возможность это внедрить. Денег не требуется. Нужна просто поддержка правительства.